Господа, смотрите, сейчас выезжает грузовая машина. Она выехать не может. Проехал много машин, никто не остановился. Но, понимаете, там человек не на дискотеку на ней едет, он едет на работу. С чем-то это связано. Но если я не пропустил бы, он с разгоном мог бы снести вас. Просто, ну, минуту потерять, и человек будет благодарен. И все встретить. Он даже остановился, как бы открыл окошко и поблагодарил меня. Мне это было приятно. Спасибо ему, друг. Все будет хорошо. И делай так же, как и я тебе сделал. Тебе будет вести.